А мы на Волгу, на Минскаче, на машине сюда не проехать. Для начала проверили лед. Вроде держит. Вон какой прозрачный. Красотища. А неделю назад это была дорога, и мы ездили на машине. Пока только до тонны. Ну а теперь... Вот она, настоящая жизнь. А не у вас в офисах сидеть. А как вам такое? Красотища. А вот мы и до Волги добрались. Она у нас наконец-то вся замерзла. Но мы туда не пойдем. Лед еще очень тонкий. Вокруг такая красотища. Вот такие вот дела. Ради такой красоты мы и приехали. Красотища, красотища. А пчелочки не ждут. В общем, погнали мы назад. Мой друган нас довезет. 6 километров, и мы дома.